Большой приветик, мои лучшие зрители! С вами Аня, вы на моем канале. Мы продолжаем играть в Avatar World, и у нас вышло обновление. Только недавно я помогала кавайной семейке собираться в отпуск, так у нас вышло обновление. Они даже еще не успели вылететь, ребят. Сегодня мы с вами посмотрим на обновочку. Новая улица открылась, появились также новые пакетики. Я одним глазком успела посмотреть, пакетики уже получила. И сейчас, ребят, забежим на улицу. Давайте ее посмотрим. Вот здесь вот, ого, ничего себе нас встречает. Получается, самое начало здесь, ребят. Какое красотища. Давайте достанем персонажика. Вот так вот я сегодня слетала в отпуск на один денечек. Надеюсь, доктор у нас не будет против. Ребят, посмотрите. Здесь тоже падают бананы. Да, я обожаю бананы. Аж телефон выбросила, как она любит бананы. А где мусорка? Куда мы можем выбросить банановую кожуру? Вот сюда можно выбросить. Друзья, посмотрите, самое начало. А вы знаете, тут есть какие-нибудь секретики? Так, опять ты там телефон выкинула. Смотрите, ребят, я в кустах прячусь. Здесь можно в прятки играть, вот так вот в кусты встать и все, и стоять. Но это не баг, это просто мы там можем стоять. Остановочка пока что закрыта. Музыка, лавочки. Ну, здесь очень даже красивенько. Друзья, водопадик такой прелестный. Интересно, тут будут какие-нибудь секретики? Давайте посмотрим. Паспорт мы нашли чей-то. Наверное, вот этой девушки. Что же она там увлекательно рассказывает? Давайте их немножечко в стороночку отодвинем. И полюбуйтесь, там тоже продолжение водопада. А у нас пост никаких не появилось с этим водопадом. Ну, мы не можем, получается, ничего посмотреть здесь. Друзья, если вы знаете какие-нибудь новые секретики, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что... Это будет печально, если у нас только улица появилась. Но не настолько печально, потому что нас встречают такие потрясающие улыбчивые люди. Ребят, здесь еще есть ракушечки. Это очень классненько, мы можем мастерить. Возможно, здесь где-нибудь веревочки есть. Ну, уже хорошо то, что бананчики падают. Тут в самом начале они падают, интересно. Кокосы я чего-то не вижу. Или вот, кокосы тоже есть. Все, превосходно. Нас встречают и дарят вот такие украшения. Да, все нам дарят одинаковые украшения, угощают напитком. Но так как я сегодня одна полетела, я все это должна попробовать. Ой, какая вкуснятина. Бесподобно освежает, поэтому я в шапке на Мальдивах. Подносик у нас зато появился еще один. И украшения с этих персонажей мы тоже можем снимать. Я думаю, шапку можно дать ей себе цветочек. Ну ладно, не будем отнимать цветочек. Но я очень люблю эти цветочки. А что, сзади них ничего нет? Может быть, они так встали, там сундук какой-нибудь прячут? Нет, друзья, здесь тоже ничего нет. Только бананы. Ну а что мы можем еще здесь найти? Зачем нам париться, когда нужно просто отдыхать? Это же отпуск. Бананы здесь продолжают падать. Ребят, и все, мы, получается, подошли к концу. А куда дальше? А дальше, наверное, вот сюда. О! И мы переместились к отельчику, к бунгало. А здесь получается тоже такое продолжение, смотрите, ребят. А как же у нас тогда новые напиточки будут? Там же трубочки разноцветные появились. У меня здесь тоже бардак на пляже, все распаковано. Ну, друзья, мне очень нравится, это правда здорово. То, что у нас появилось такое обновление. Добавили улицу. Я вас всех поздравляю. Встретимся на пляже, будем гулять, отдыхать и вместе играть в какие-нибудь пляжные игры.
Да, устроим себе такие мини-каникулы. Давайте отсюда выйдем и посмотрим сейчас новенькие пакетики. Новенькие пакетики у нас вышли. Где здесь они? Вот новиночка. Вышел пакетик-гараж. Вот такой вот гараж мы теперь сможем обустраивать. Вау, вау, вау. Ребят, я хочу его распаковать и посмотреть на все предметы. А где это мы появились? Ничего себе. Вот это чудеса. У меня тут моя машинка припаркована. Как это мы тут очутились? Минуту, минуту. Куда это мы переместились? Как попасть в гараж? Я сейчас вообще ничего не поняла. Как мы оказались в гараже? Вот через этот домик? Нет. Где же тогда гараж? Может быть, здесь? Нет, его тут тоже нет. Может быть, он в новом домике? Друзья, я озадачена. Я не понимаю, как мы попали в гараж. Может быть, он в особнячке? Нет, тут везде бардак, везде. Надо будет как-то прибраться. Как мы попали в гараж-то? Пустите меня назад. Друзья, вот что значит вышло обновление, я сразу побежала его снимать. Я ничего не понимаю. Куда же мы нажали-то? Придется потом искать, в общем, как мы очутились в гараже. Это действительно пока что для меня вопрос номер один. Ну вот, на фоне у нас хаусмейкер. Может быть, появился отдельный какой-то спуск? Но я его пока что не вижу. Давайте тогда обновимся. И вот я снова здесь очутилась. И, ребят, посмотрите, какой он большой. Вот здесь еще мы можем опускать вот эту вот дверцу, поднимать. А тогда и мы машину сюда можем... Да! Мы сюда вот так вот машинки можем задвинуть. Ребят, как это здорово! Вау! Я просто в восторге. А такси мы тоже сюда... И такси мы можем сюда завести. Прекрасно, друзья. Новые серии с гаражом вас точно порадует. И здесь у нас появилась новая одежда. Это уже продолжение, мастерская. Как классно. Нет, мне не нужны Мальдивы, я остаюсь в гараже. Появились два комбинезончика. Всякие гвоздики. Разные. Ой, очки еще появились. Прикольно, ребят. А мы можем что-нибудь мастерить с этими предметами? Тут также краска была добавлена. Так, давайте краску посмотрим. И валик. Все. Будем с вами обустраивать гараж. Великолепные позы. Просто такие смешные. Здесь мы тоже можем что-то хранить. Еще одни очки. Стремяночка появилась. И здесь прям целый чемоданчик с инструментами. Но мы должны же где-то что-то смастерить. Я не понимаю только что. Если вы мне подскажете, друзья, я вам буду очень благодарна. Вы только полюбуйтесь на эти позы. Я не умею этим пользоваться, наверное. Ничего, доктор умеет, мы ему сделаем тоже подарочек. Замечательно. Вот это будем листья осенние раздувать. Это намек, наверное, на обновление, то, что скоро будет листопад в Avatar World. И вот тут вот тоже инструменты, друзья, посмотрите. Как же их много. И как же я их не умею держать. Ну тут вот она делает такой крутой вид, будто бы что-то там умеет. На самом деле ничего не умеет. Вот моя профессия, ребят. Все, что... Да даже это у нее не получается. Не унывай, девочка. Что-нибудь да получится. И вот мы подошли к концу. Тут также есть такой ящичек.
и пила. Ну все, можно даже фильмы ужасов снимать. Я буду в главной роли, ребят. Посмотрите, какой ужас. Это действительно страшно. Мальдивский фильм ужасов. Прямо с Гавайи прилетела. А что, вот здесь вот выход есть? Так, я поняла. А как тогда мы спустились? Ну да, мы вернулись в домик. Домик был найден. А как мы вниз туда спустились, я и не поняла. Вот здесь, что ли? Так тут мы на улицу вышли. А как мы в гараж-то попали? Вот это действительно пока загадка. Может быть, надо до домика долистать? Вот тут домики есть. Здесь как бы ничего такого я и не замечаю. Чтобы мы спустились вниз. До меня, как всегда, доходится в последний момент, но я уверена, вы что-нибудь да поняли, ребят, и поможете мне тоже в комментариях. Давайте пока что распакуем еще один пакетик, который вышел. И это у нас комната. Балкончик? Здорово, ребят! Какое классное видео небольшое нам показывают. С этой мебелью. Давайте распакуем пакетик. И здесь у нас появился балкончик. Продолжение домика. Вау! Мебель уже готова. То есть мы можем делать расстановочку с левой стороны. Тут комната отдельная. Допустим, детскую обустроить. Или что-то в этом роде. Тут такая вот как бы подъемная зона. А что, у нас появилось тогда и продолжение, да. Я вообще в шоке. В неожиданном шоке. Вот как будто бы нам снова переезжать надо. Потому что домик такой стал большой. Ну ладно, мы заселим сюда какую-нибудь новую семейку. Мы еще не всех семей с вами посмотрели. У меня же еще будет продолжение с сериальчиком. Ульяша должна будет вас познакомить со своей семьей. Может быть, они сюда и переедут в каком-нибудь будущем. Так, ребят, смотрите. Как всегда можно сшибить вот эти вот подушки. Позы пока что те же самые. Но пуфики такие милые, симпатичные столики. И мне очень нравится этот диван. Он такой эстетичный. И светильник интересный, я вообще такие светильники еще никогда не видела. И что мы можем делать, допустим, с вазами? Нет, я их не могу поставить никак. Вот, я их могу в редакторе только двигать. И поменять цвет, естественно. Ну, я хочу такой вот светлый диван сделать. И вообще можно комнату полностью светлой сделать. Чтобы она не была такой темной. Подушечки мы не можем, что ли, поменять? Ну, вот это жалко. Потому что хотелось бы тоже сделать какие-нибудь подушечки под цвет дивана. Картины. Все это мы не можем поменять. Очень жалко, если честно. Это большой минус этого обновления. Потому что не хватает того, чтобы мы могли поменять цвет полностью. Будем жить в зеленом цвете на этом этаже. Ну, почему бы и нет? Можно сделать какой-нибудь зеленый уголочек. Да, прям какое-то вдохновение появилось сделать свой мини-садик. И вот здесь такая прикольная мебель. Она очень милая, очень классная и необычная. Также мы можем продолжать шибить подушечки. Цвет этому мы можем поменять всему? Ну, вроде бы меняется. А стены? Да, стены мы тоже можем поменять. Выход на балкончик просто потрясающий. Ну, больше всего меня, конечно же, удивил гараж. И я не понимаю пока что, как туда попасть. Как попасть вниз? Давайте пролистаем. Смотрите, ребят, тайна была найдена. Здесь у нас появилось какое-то продолжение. Может быть, спуск будет здесь, а машину мы достать вот не можем. Ну, может быть, как-то... А, нет, друзья, здесь уже это, по-моему, было. Что-то мне показалось, появилось продолжение.
нет никакого продолжения. Пустите меня в мой гараж, я не знаю, как туда попасть. Я в шоке, ребят, нашла я, в общем, как попасть в гараж. Смотрите, у меня здесь просто за коробками. Я отвлекалась, когда пролистывала вот это вот местечко. Вот, смотрите, спуск в гараж. Наконец-то мы его нашли. Тут еще вещи с моего промокодика. Я ими пользуюсь. Телефончик доставала. Так, давайте коробочку уберем сейчас, чтобы больше такого у нас не случилось. Из-за своих же вещей ничего я не увидела. И тут, друзья, у нас появился спуск. Смотрите, мы можем взять персонажика и вот так вот спуститься в гаражик. Ой, и пролезть туда сквозь дверь. Такая маленькая дверь, а здесь прям целый выход. И он получается с улицы. Выход-то с улицы. А с машины мы вот так вот выехать не можем. Получается, пока еще недоработанное какое-то обновление. Было бы логично, если бы машины могли бы как-то вот так тоже перемещаться, и мы бы уже на улицу выезжали. Может быть, надо посадить персонажа, и тогда у нас получится это сделать? Нет, я не могу даже выехать отсюда. Меня заперли невидимые стены. Невидимые стены меня не пускают. Выйти мы можем только с персонажиком. Вообще здесь не разъехаться. Не совсем это классно. Но я, ребят, так и не нашла никакие секретики. Не знаю, есть ли они здесь или нет. Но мне нравится этот гараж. Мы его также можем поменять в цвете. Надо будет обустроить. Я, конечно, его обустрою. И можно будет по сериальчику сделать то, что это наш гараж. Но это, получается, нам придется бегать в него постоянно. Или здесь спуск в этот гараж появился в каждом доме? Нет. Тут спуска точно нет. Ну вот, смотрите, друзья, нет никаких дверей. Да и там был выход именно из того домика. Ну ладно, печально, конечно. Больше ничего я не замечаю, никаких строечек. О, давайте в детский садик забежим. Может быть, лягушку нам как-нибудь продвинули. Может быть, это будет какой-нибудь лягушачий гараж. Нет, друзья, у нас тут все закрыто. Пустите в лягушку. Уже вижу комментарии по поводу обновления. Когда лягушка? Нет, лягушечка еще у нас заперта. У нас также в торговом центре на последнем этажике. Здесь тоже пока что все закрыто. У девчонки играют в аэрохоккей. Я бы тоже с ними сейчас поиграла, но нужно завершать выпуск. Думаю, он получился отличным. Ребят, завтра на каналчике выйдет мой сериальчик. Обязательно заходите, я скажу доктору то, что у нас будет пополнение. Вот в таком вот виде главное не появиться, а то он в обморок упадет. Надо будет сходить за своей одеждой, друзья. Я по традиции должна завершить выпуск вкусняшками и, конечно же, вас тоже угостить моим любимым комбо. Острые крылышки, пицца с напитком. Ну и, конечно же, хорошенький десерт. Все, как мы любим. А ваше самое, кстати, любимое сочетание, ребят, пишите в комментариях. Вы-то мое уже знаете. А я еще не у всех знаю. Кто-то написал, а кто-то нет. Вот таким вот образом мы займем вот столик тут. Мальчик, ой, я его согнала так пальцем своим. И буду заканчивать выпуск, вы тоже угощайтесь. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива. И, конечно же, много вкусной пиццы. Всем удачи, всем пока. Вы меня еще спрашивали, где я нашла своего питомца. Новенького питомца я нашла в паках. Это платный пак, друзья, к сожалению, разработчики ничего бесплатного не добавили пока что, но будем с вами надеяться и ждать. Вот такая вот коробочка, она очень наполненная и очень классная, стоит, по-моему, не так много.
Ну, даже не у всех есть возможности, это много, немного, ребят, для каждого, конечно, индивидуально, но не у всех есть возможность. И я очень сожалею вам, надеюсь, то, что разработчики обязательно добавят бесплатных собачек, бесплатных питомцев и кошечек. Мне очень нравится этот пак, и тоже берите его на заметку. Тут вот я и нашла своего питомчика.